ноября в Ереване состоялось шествие в поддержку политзаключенных в Армении. В акции приняли участие порядка 200 человек. На лицах большинства участников акции протеста были маски с изображением Гая Фокса, символа анонимуса. Активисты потребовали от властей освободить организатора марша «Миллиона масок», лидера партии «Целакрон» Шанта Арутюняна и остальных участников акции 5 ноября 2013 года. Они также потребовали освободить ветерана Карабахской войны, полковника запаса Володю Аветисяна и активиста Хайка Кюлегяна. Активисты растянули транспарант с лозунгом французской революции «Свобода, равенство, братство». Участники шествия прошлись по центральным улицам Еревана. Дойдя до площади Республики, активисты прорвались через полицейское оцепление к зданию правительства, где порядка 10 минут скандировали требования отставки кабинета министров и президента Армении Сержа Саргсяна. Затем участники шествия двинулись по улице Налбандяна. Однако на перекрестке улицы Налбандян с проспектом Саят-Нова полицейские перекрыли активистам дорогу, чтобы те не смогли приблизиться к зданию службы национальной безопасности Армении. Полиция потребовала освободить проезжую часть улицы. Однако активисты проигнорировали их требования. Они заявили, что обращение к СМБ – запланированная часть данной акции, и они непременно должны выполнить ее. На проспект Саят-Нова были стянуты дополнительные силы полиции. На место также прибыл заместитель начальника полиции Еревана Валерий Осипян. В результате переговоров полиция разрешила сыну Шанта Арутюняна, 16-летнему Шаену, и еще нескольким активистам приблизиться к зданию СМБ. У здания СМБ активисты заявили, что борьба за свободу их родных и близких продолжается. Акция завершилась на площади Свободы, где активисты заявили о продолжении борьбы за освобождение политзаключенных.